Кого нам там папа принес? Кто там у нас? Ой, скребется. Давай скорее смотреть. А, смотри, какой хомячочек маленький. Скажи привет, малыш. Он хочет вылезти. Посадили пока хомячка сюда. Насыпали ему корма. У нас кормушка осталась от свинки. О, все ходит. Ой, смотри, посмотри, Егор. Что делает? Это девочка. Маленькая девочка. Потом купим домик, нормальный террариум большой возьмем. Колесо поставим. Да, Егор? Тебе нравится хомячок? Ой, какой хороший, маленький. И будет у нас хорошо все обустроено. Ой, что он там делает? Что-то стенки тут не отмылись у нас. Смотри, в домик залез хомячок. Видишь? Он кисель пришел проверять, смотри. Видишь, кис. Кто там кис? Там хомячок? Хомячок там кисельк, да? Кормушка нам немножко великовата. Целиком залезла туда. Комка, мы тебя не придумали, как еще назовем. Егор, как мы назовем хомячка нашего, не знаешь? Это девочка, надо его как-то назвать. Тебе нравится хомячок, да? Ты пищишь от радости. Какая малявочка. Она еще маленькая совсем. Какую зверюшку нам папа принес, да, интересную? В домик пошла. Потом заменим здесь все.